New Age представляет влог Key Star Battle 2022. Hello, hello, hello. Миниатюра. Все ребята приехали на вокзал и ждут лидера. Вика голову моет. Сейчас со мной сможем такое снять? Вика ванной, да? Блин, вот Вика сейчас, она поэтому не с нами. Да, она такая, наебала всех. Я дома. Мы на деле уезжаем в 9. Я завтра приеду. Мне нечего сказать. Вика, опаздываешь? Ну хорошо. А, нет, подожди, она же нижний порог определяла 40. Где Вика? Нижний порог. Где? Ты прикинь, сейчас появится. Да, у нее еще порог. Потрясающая пунктуальность. Потрясающий тайминг вообще. Что делаем? Сын. Давай. Стоим в туалете на заправке. Мы все сонные и выйдем в туалет. Зато честно. Мам, мам. А не кормить. Мам, я хочу себе эту ящерицу, мам. Мам, пожалуйста. Вот эту? Мам, я хочу. О! О! Oh.
Скажи, нас сами не трогать. Я тоже хочу эту ящерицу. Ага. А, ты села на него? Просто не видно. Сидит. Этот тоже сидит. Гуля стоит. Наташа тоже стоит. Да. И фоткаю. Холодно. Итак, история. Мы должны были заселиться в свою съемную квартиру в 2 часа дня и, естественно, приехали заранее, но арендодателя не оказалось на месте. Решили созвониться и узнать, почему никого в доме нет. Это начало конца. Смотрим. Вообще, мы, типа, на самом деле, нет, у вас брони нет, на улицу жить, все, пока. Холодно? Согрейтесь танцами. Такая, нет, мы не берем. Да это не она, мы уехали. Там любая подойдет такая. У нас тут возникла проблема. Мы на сайте бронировали то, что у нас будет 6 гостей плюс один ребенок, как 17 лет. Нет, у нас там то. Это тогда вам нужно обратиться на сайт Островок, задать вопрос. У нас квартира до 6 гостей. Мы ее только до 6 гостей готовы принять. На большее размещение нет. Мы пишем о размещении. У вас есть ребенок за полноценного гостя, считается. А почему вы об этом не сказали раньше? Мы прописывали все. Контактов ваш сайт не дает. Вы делали бронь через посредник, оплачивали через Островок. Почему он вам дал добро на 7 человек, я не могу сказать. Мы не видим этой информации. И ваших контактов он тоже нам не дает. Мы ждем ее только когда... А мы еще деньги какие-то внесли? Да. Вам нужно обратиться на этот сайт, чтобы они вам делали возврат. А вы можете предложить альтернативный вариант? Мы из другого города, и сейчас мы... Ни одной. Все под бронями. Спасибо, оставим жалобу на ваш сайт. Всего доброго. Так наша команда осталась без квартиры. После мы сидели в подъезде еще минут 30 и пытались найти новое жилье, но ничего уже на нужную дату не сдавалось. Нас очень вовремя выручили друзья, за что мы им безмерно благодарны. Но заехать в новую квартиру мы могли только после всех тренировок. Давайте посмотрим, как они прошли. Заберите меня.
Моя партия, но я тебе не знаю. Мы же договорились, мы все вместе. Ой, Мы закончили репать. Идем кушать. Перед другой репой. Встретили немножко девочек. Немножко. Случился небольшой... Это переводится краш. Очень ждем выступлений всех. Вообще. Вот. Будем за всех болеть и переживать. И за себя тоже чуть-чуть. Надеюсь, мы доживем, блядь, до завтра в этом городе, блядь. Доживем. Все хорошо. Мы где мы? Исследуем Челябинск. Что за красивое место? Давайте сфоткаемся. Кать, смотрим аниме в ТЦ. А что за аниме? А, не знаю, там было что-то про аниме-гарем написано. Вот аниме, где неудачник попал в другой мир и стал богом. Все серии подряд. Аниме гарем. Корпус беженцев номер 2. Бомжи нашли себе пристанище. Thank you.
готовы, дети? Самое время для рейва. Третье место под первым. Третье место в рейтинге заняла команда UH. Второе место в рейтинге. Интрига. Команда Бластов. Поехали, погнали!